Всемирная организация здравоохранения внесла обработанное мясо, бекон, ветчину, колбасы, сосиски в список потенциально опасных продуктов, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. Эти мясные продукты наиболее опасны и сравниваются по вреду с мышьяком, алкоголем, сигаретами и асбестом. На втором месте в группе риска стоит красное мясо, блюдо из говядины, баранины и свинины. В докладе имеется большое количество доказательств, собранных учеными по всему миру, говорит диетолог Линда Джонсон. Они скрупулезно изучили всю полученную информацию, и надо отметить, что итоговый результат выглядит довольно мрачным. Похоже, что пищевые продукты из красного мяса непосредственно связаны с развитием у человека различных видов раковых заболеваний. В докладе ВОЗ говорится, что 50 граммов продуктов из красного или обработанного мяса в день увеличивают риск развития рака кишечника на 18%. При подготовке доклада эксперты ВОЗ изучили более 34 тысяч историй болезней.